Малыш. 26 дней нам. Да. Лежим на животе, чтобы улучшалось пищеварение. Нужно делать такой небольшой массаж. Поглаживать ребенка. Животик, спинку. Ручки. Ножки. Стопы. К месяцу ребенок уже должен хорошо держать голову. Нужно посмотреть рефлекс позы тела. Если у малыша под ногами опора, он должен пытаться отталкиваться. Не делать это лучше на твердой поверхности, не на диване.